Привет, ребята, меня зовут Костя, и с вами снова канал Лего Обзоров и Самоделок. На днях совместно с несколькими каналами мы решили снять первое тег-видео среди Лего Обзорщиков и Лего Мультипликаторов. Название тега «Свет, камера, Ютуб. Первое тег-видео в Лего Блогосфере». Ну что, приступим? Какое первое видео вы выложили в сеть и о чем оно было? Первый ролик, который я выложил, это было видео, где дяденька бежит зимой по улице в одних трусах. Если брать первую лего-анимацию, то это был мультик «Ходячие мертвяки». Спустя годы, когда я смотрю, я ужасаюсь. Боже, какая же там ужасная анимация. Тогда я только начинал снимать и совсем не знал азов мультипликации. Ну и на канале Лего Обзоров это было приветствие, где я рассказывал зрителям о том, что же их ждет на этом канале. Вопрос номер два. Сколько времени вы уделяете съемке? Когда, где и как часто вы снимаете? У меня три канала, и поэтому в среднем на съемки и монтаж уходит примерно 5-6 часов в день. Сюда входят и лего-мультики, проект «Веселая наука», «Мысли вслух», «Ретро-самоделки», ну и, конечно же, обзоры. А снимаю я в своей студии почти каждый день. Вопрос номер три. Каналы какой тематики вы смотрите на Ютубе? Смотрю достаточно разноплановые видео, здесь нет каких-то конкретных предпочтений, это могут быть и блоги, обзоры, скетчи, пранки, юмористические видео. Также слежу за творчеством Лего Crazy Motion, от товарища Сафронова, Pixel Devil, Андрея Бойко, Сергея Дегая и так далее. В общем, всего помаленьку. Вопрос номер 4. Что вы думаете о текущем состоянии и развитии Ютуба в России в контексте Лего-хобби? Тут, безусловно, произойдут изменения. Появятся новые обзорщики, новые мультипликаторы, и у зрителя будет больше выбора, что же посмотреть. Возможно, что улучшится и качество съемки. Ну и ни для кого не секрет, что будущее за Ютубом, и поэтому, скорее всего, компания Лего еще больше будет обращать внимание и сотрудничать с блогерами. Ну и последний вопрос. Какие планы на ближайшее будущее? Здесь все достаточно просто. Доснять новую серию «Города X» для первого канала, лего-обзоры и ретро-самоделки для этого канала и «Мысли вслух» и «Веселую науку» для третьего канала. Ну вот, ребята, наш тег подошел к концу. Мнение других участников этого проекта вы можете узнать по ссылкам в описании под видео. Заходите, не ленитесь, оставляйте свои комментарии, вопросы, пожелания. И, возможно, у этого проекта будет будущее. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч!